Дождь не помеха. В Одессе прошел товарищеский турнир по регби между украинскими и британской командами. Гости из Англии представляли Королевские военно-морские силы. Из Одессы в соревнованиях взяли участие команды из морского училища номер 3 Одесской академии и военной академии сухопутных войск. Соревнования на самом деле важны для нас, потому что, команда юная, надо набираться опыта. В основном будем играть на полную силу, стремиться к победе. На мини-турнире команды находились не в самых равных условиях. Спортсмены из 3-го училища были значительно младше своих соперников. Самому старшему игроку было 16 лет. Однако, несмотря на возраст, эта команда умело воспользовалась своим преимуществом – скоростью. Козырь есть, у нас есть ловкие мальчики, которые смогут обойти. Они, да, не здоровые, но они же не быстрые. А у нас есть быстрые мальчики, обойдут их и занесут мяч. Соперник был довольно-таки серьезный. Там ребята возрастом постарше. Именно тяжело преодолеть вот этот моральный порог, который, возможно, и давал бы какое-то психологическое преимущество. Но, как вы видите, ребята уже сыграны не первый день, не первую неделю. И у них получается, да, есть ошибки, да, есть промахи, но они учатся. 8 мая команда морского училища вместе с командой Одесской академии «Наутилус» с чемпионами Украины по регби-7 примут участие в рейтинговых соревнованиях. Сегодняшний турнир спортсмены воспринимают больше как тренировку и знакомство с возможными соперниками. Регби они занимаются не профессионально, а как любители. В училище, по словам спортсменов, такое хобби очень приветствуют и гордятся достижениями команды. Благодаря таким начинаниям, благодаря такой поддержке Сергея Васильевича, материальной базе, у нас есть где тренироваться, у нас есть с чем тренироваться. За это ему большое спасибо. На сегодня регбиное сообщество Одессы насчитывает более 5000 человек. В регби играют одесситы всех возрастов, начиная от детей, воспитанников детско-юношеских спортивных школ и завершая ветеранами спорта командой Одесского регбиного братства.